Всем привет! И особенно подписчикам моего канала. В этом видео вы узнаете последние новости об игре Genshin Impact в обновлении 4.3. Подтверждено новые сливы. Hoiverse заставили инсайдера Uncle SH публично извиниться за предоставление сливов. В связи с этим он был вынужден покинуть пост инсайдера, но... Возможно, это подтверждает то, что его утечки были правдивы. Напомню, что он утверждал, что будет 3 скина в 4.4 на Ганьюй, Шэнхэ и Синтю. А также, что будет новый перс теории, пятизвездочный геоперсонаж. Вероятно, ее повысили до пятизвездочного уровня. Ну, а еще говорят, что у нее теперь гео-элемент. Пока находится под вопросом. Что же для баннеров информация, то есть расписание выхода новых персонажей. В обновлении 4.3 мы увидим Навию и Шеврес. В обновлении 4.4, скорее всего, будет Хранитель Облаков и Мальчик Лев про нее или про него. Информации еще очень мало. В обновлении 4.5 мы увидим Тиори, геоперсонажа. И в обновлении 4.6 долгожданная Арлекино. В обновлении 4.7 мы увидим Кларинду и Сиджвин. А в обновлении 4.8, скорее всего, мы увидим... Ну, про нее еще нету вообще информации, про Эмилию. Навыки Хранителя Облаков. Новый играбельный персонаж. Пятизвездочная анима-каталистка. Элементальный навык, который может позволять ей летать, как наш весьма любимый анима-мальчик-странник. Взрыв стихии накладывает эффект периодического лечения, как у Куки Синобу, а наносит анима-урон по большой области. Вероятная пассивка, так это изменение ХП членов отряда, дает эффект, который может стакаться и понижать защиту противников. Этот перс принадлежит к хиллерам. Напомню, что нужно много восстановления энергии для взрыва стихий и лечит при нанесении урона почти как джин. Если вы покрутите баннер с ее сигной, то сигна решает проблему восстановлением энергии. А также не забываем про новый сет артефактов, которые добавятся в 4.3. Две части, которые дают вам 15% бонус к лечению. Четыре части дают избыточное лечение, будет конвертироваться в бафы для команды. Чем больше избыточного лечения, тем больше бафов. Естественно, это и есть предел. Добавятся задания легенд с Навии 4.3. Навия пятизвездочная гео-двуручница. И на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо.